На сегодняшний день реклама – это не только красивая упаковка товара. Это идея, которая двигает не столько торговлю, сколько умы потребителей. Многие называют рекламу величайшим искусством 20 века. Приобщиться к прекрасному ивановцы смогли в ночь с 14 на 15 сентября на ночи пожирателей рекламы. Ролик – это маленькая история со своими эмоциями и со своими радостями. Но так как это всего несколько секунд, несколько мгновений, то вот в этом и заключается талант создателей рекламных роликов. Идея такого шоу пришла в голову владельцу самой большой в мире коллекции рекламных роликов Жану Мари Бурсико. Первый показ состоялся 30 лет назад и с тех пор проводится ежегодно в разных городах мира. Шоу всегда вызывает большой интерес зрителей, особенно тех, кто причастен к отрасли. Мне интересно в первую очередь посмотреть, что сейчас модно, что интересно, как снимается, потому что наверняка это по-новому как-то происходит, не так, как происходит на нашем ивановском рынке. Я для этого сюда пришла. На протяжении 7 часов на большом экране зрители смотрели лучшие рекламные ролики со всего мира. В программе «Ночи» большую часть занимают новинки со всех концов света, от Японии до Молдавии, но не обходится без показов винтажной рекламы и тематических подборок. То, что сегодня можно увидеть, это невозможно увидеть в телевидении, да? Потому что мы привыкли видеть 10-секундные, 30-секундные ролики, где крупная там цена, приди туда-сюда, получи скидку. Здесь можно увидеть полноценный ролик, который длится аж там 5-7 минут. В Иванове мероприятие в подобном формате проводилось впервые. Чтобы неподготовленный зритель мог переварить столь щедрую порцию рекламы, организаторы постарались немного отойти от канонов и сделать ночь по-настоящему яркой и насыщенной. Для чего проводится? Я считаю, что для того, чтобы люди увидели несколько другую сторону какого-то продукта или индустрии. Вот. То есть как будто эта реклама, или, как бы, на таком мероприятии, наверное, показывают ее немножечко изнутри. Вот это очень интересно. В перерывах между просмотрами проводились различные розыгрыши призов, конкурсы и фотосессии от известных фотографов города. В начале вечера мероприятие походило на светский раут с шампанским и классической музыкой. Но ближе к середине ночи оркестр сменила рок-группа Eastern West, и атмосфера накалилась. Организаторы надеются, что мероприятие будет проводиться в Иванове ежегодно и будет собирать полный зал. Коллекция Жана Мари Бурсико ежегодно пополняется сотнями новых необычных роликов. Интерес к ночи точно не угаснет, ведь она не просто дает представление о развитии мирового рекламного искусства, но и прививает у зрителя вкус к качественной рекламе. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.